Всем привет! В сегодняшнем видео покажу, как я делаю дупло для нейрестанцитрусов. В общем, нашел я вот такое полено из яблока. Вот видите, оно уже сухое, все нормально. В общем, померил я оно 26 сантиметров. Сейчас вот это еще куски спилю, чтобы оно не было таким громоздким. Вот 13 сантиметров будет здесь. Сейчас я его пополам распилю и покажу, что делать нужно дальше. Вот получилось таких два поляшка. Кожуры я снимать не буду, сразу после того, как сварится, легче будет все снимать. Сейчас зажмем в тиски и покажу, как высверлить это дупло. Вот вам понадобится такое перо по дереву на 40, оно у меня больше нету, но можно и больше сделать. И в общем, сверлим дырку теперь почти насквозь, ну примерно вот так вот, чтобы оставалось. Все, сверлим. Вот, в общем, пропилили, получилась такая вот дырочка, она не доходит примерно вот столько, получается сантиметра полтора, наверное. Все, сейчас отправляемся домой и будем варить вторую аналогичным способом. Сейчас просверлю и все, отправляемся домой варить. Ну вот, оба дупла готовы, сейчас отправляемся домой, теперь уже точно, и будем варить их. Покажу сколько, как варить, по времени сколько. Так, ну вот я уже дома, в общем, поставил вариться, где-то часа полтора примерно пройдет, и они уже начнут тонуть. Как пройдет полтора часа, потом включимся. Так, поварилась она примерно минут 20-15, поменял я воду, вода начала краситься желтым цветом, подменил я ее, соль я не добавляю, знаю то, что люди добавляют соль, а соль нужна для того, чтобы убивались какие-то бактерии. Ну, бактерии, они сами по себе убьются при температуре, когда мы их варим. Тут температура 100 градусов при кипении. Так что ждем еще минут 20, поварим и будем чистить. Вот прошло полтора часа, как я его варю. В общем, сейчас пойду снимать кору и потом покажу, какой результат получится. Вот, в общем, почистили от коры. Вот такая вот красота получилась. Скоро они почернеют, будут такие же, как вот это дупло. Здесь они будут нереститься теперь. Сейчас покажу в другом аквариуме.